По поручению Генеральной прокуратуры и главы администрации Тамбовской области во всех районах и местах массового скопления людей пройдет проверка пожарной безопасности. Одним из первых подвергся испытанию торгово-развлекательный центр «Акварель». Справились ли спасатели и персонал с поставленными задачами, проверял Павел Филатов. С самого утра торговый центр заполнен практически до отказа. Только в этот раз это не люди, пришедшие за покупками, а сотрудники МЧС. Сегодня им поручено проверить готовность здания к чрезвычайным ситуациям. Особое внимание спасателей приковано кинотеатром. Ведь именно там обычно находится наибольшее количество людей. Следовательно, и оборудование этих помещений требует больших затрат. Наш объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, автоматической системой пожаротушения и системой противодымной вентиляции. Над каждым кинозалом у нас расположен вентилятор дымоудаления. То есть в случае возникновения пожара весь дым он всасывается. Если же пожар все-таки застал вас врасплох, основная задача – спокойно и максимально быстро покинуть здание. Все остальное сделают пожарные. При возникновении пожара лучше отказаться от использования лифта, так как после срабатывания сигнализации они попросту блокируются. Первым делом стоит пройти к ближайшей пожарной лестнице. Подать ствол Б на защиту эвакуационных выходов и эвакуацию людей с восточной стороны. Организовать оцепление, установить пункт связи, подготовить экипировку, потушить очаг возгорания и оказать помощь пострадавшим. Все это нужно сделать за минимальное количество времени. В учениях задействовали 15 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава. Нареканий работа спасателей не вызвала. Хоть это было и учебное занятие, недооценивать его важность не стоит. Нужно серьезно относиться ко всем вот этим учениям и к системе оповещения. Не думать, что это какие-то все-таки идут учения или тренировки, или проверка пожарной сигнализации. Необходимо без паники подходить к ближайшим путям эвакуации и выходить непосредственно наружу. Находясь то в кинотеатре или же в любом другом месте, нужно срочно покинуть здание. Эвакуация в торгово-развлекательном центре «Акварель» – это только начало комплексной проверки, которая продлится более 2 недель. Проверка также ожидает еще 11 ТРЦ по всей Тамбовской области. Павел Филатов, Николай Иванов, Инга Андреева. Область новостей.